Привет, Дим. Здравствуй. Ты что, пришел к нам на работу устраиваться, что ли? Да, после мастер-шефа они взяли меня шеф-поваром глобальным. Хожу теперь по ресторанам, мою полы. Да нет, шучу я. Пришел сегодня показать комплекс упражнений со шваброй, благодаря которым я похудел. Дим, ну ты выглядишь действительно прекрасно. И мне интересно, как тебе удалось достичь такого результата, поэтому вопросов будет много. Тебе, пожалуй, даже сложно узнать, ведь зрители мастер-шефа, которые узнали тебя, вся страна, помнит тебя абсолютно другим. Я хочу занять первое место, я хочу дойти до финала. Ну, похудел на 30 килограмм, есть чем гордиться на самом деле. Ты с детства был полным или что-то привело тебя к тому, что ты начал набирать килограммы? Полнею я всегда тогда, когда заедаю депрессию, это однозначно. То есть какие-то жизненные расстройства приводят меня к холодильнику, я покушал в час ночи и спокойно себе пошел спать. Но все-таки в мастер-шеф ты был такой жизнерадостный, тамада, веселый, энергичный. А что произошло? Почему ты стал... заедать стресс, дошел до депрессии. Ну, ты знаешь, проходит мастер-шеф, да. Ты привыкаешь к какому-то вниманию, ты ходишь по улице, тебя узнают. А потом просто тебя никто не узнает, ничего не происходит. А самое главное, что и когда начался мастер-шеф, да, мне начали писать такие вот нехорошие комплименты, да, что я толстый, там прыгаю по кухне, как свинья, извиняюсь за выражение, неуклюжий, мерзкий, там, да. Кто-то после мастер-шефа, так тебе и надо, потому что ты жирный, потому что ты толстый. Люди же найдутся. Я подумал и решил кардинально поменять себя. Почему нет? Молодец. Также вот до участия в мастер-шефе я имел свою такую небольшую творческую сольную карьеру, да, там ездил, выступал на разогреве у разных звезд, по разным городам, вот. А после мастер-шефа, ну вот как-то вот, знаешь, все как-то не пошло чуть-чуть. Угу. И это очень сильно меня угнетало. И я это все заедал и запивал алкоголем, понятное дело. Конечно, такое сочетание. Ну и в какой момент ты решил, все, хватит? Понимая мозгами, что так не может продолжаться, потому что друзья говорят, ты заболеть в конце концов можешь, да? Я подымался к себе на 7-й этаж, стоит моя соседка и говорит, ой, думала, Ефим Семенович подымается, Ефим Семеновичу 87 лет. Я перестал мероприятия разные посещать, потому что я ни во что не влазил. Я открывал свой гардероб, и на этом мероприятие заканчивалось, да? Там на презентацию клипа в Киеве, там еще куда-то. И докатился до того, что я стал на весы и стал весить 127 килограмм. Ого. Думаю, нет, все, надо что-то менять в голове однозначно. И ты знаешь, когда я слушал разных людей, я понимал одну вещь, что пока я сам не решу похудеть, никто мне не поможет в этом. А я хочу, потому что разные люди чувствуют себя по-разному в своем весе. Да? Кто-то и в 200 килограмм надевает леопардовое платье, приходит и чувствует себя богиней карнавала. А я нет. Я ходил, комплексовал. Я понимал, что мой размер 4XL. Это было ужас. И какой же результат твоего похудения? Я похудел на 30 килограмм. Я понимал, что это долгий будет процесс, но в этот раз я выбрал правильный процесс, потому что худеть экстренно, быстро, там, за месяц на 10 килограмм, организм начинает тебе мстить. Он отвечает запасами жира еще большего. И я понимал, что что-то надо делать и худеть правильно, набраться терпения, в первую очередь, растянуть этот процесс. И ты растянул свое похудение на полгода. Да. И как тебе помогла швабра? Ты знаешь, я себе купил абонемент в самый дорогой спортзал. Так. Вот почему-то я так решил. Логично. И вот мне показалось, что если чем дороже я заплачу, тем результат будет эффективнее, и быстрее. И стимул больше. Ты же потратил деньги. Больше. Но когда я пришел в этот элитный спортзал, да, стал на беговую дорожку, вокруг меня все спортивные, подкачанные, пресс-кубиками стоят там, да, там перед зеркалом красуются, мне было так некомфортно, что я понимал, что мне надо какой-то найти комплекс упражнений и стартануть дома, да, а потом уже подключиться в общие тренировки. Тренировки и ходить в спортзал, не стесняясь, потому что эмоциональное состояние – это очень важно для человека. У одного американского тренера я нашел комплекс упражнений, благодаря которому похудело много голливудских звезд. И почему-то взял себе за идеал. И ты знаешь, не подвело. Супер. Ну, все же не пойму, при чем тут швабра? На самом деле, были все упражнения на похудение с бодибаром. Угу. Вот. Но поскольку мне было некомфортно ходить на эти занятия, я решил дома начать. И, ну, что может быть похожее на бодибар дома, как швабра? Да?
логично. Теперь все стало на свои места, и я даже понимаю, что ты специально подготовил такие бодибары. У тебя с гантелями, у меня с бутылками. Это чтобы рукоятка от швабры была тяжелее, и мы все-таки имели нагрузку. Ну, увесистее, да? Потому что все-таки, когда ты худеешь, надо давать нагрузку. Если будет без нагрузки, это будет как ветер в поле. Да, мы готовы заниматься. Может быть, избавимся от швабры? Это как старт в моем похудении, поэтому такая близкая, родная. А вот лежит настоящий бодибар. Такой, как в любом тренажерном зале или в спортивном зале. Мы возьмем бодибар в первую очередь, да? Да, действительно, практически одно и то же по ощущениям. Наши бодибары сейчас весят вот с бутылками и гантелями по 3 килограмма. Да? В принципе, разницы у нас особой нет сейчас с тобой. Итак, примем исходное положение. Да? Держим палку с согнутыми локтями. Сгибаем ногу под углом 90 градусов. И по 5 раз делаем вот такие упражнения. Раз, два, три, четыре, пять. И меняем положение. Раз, два, три, четыре и пять. Почувствовала напряжение в ягодицах? Да, конечно. И бодибар дает нагрузку на руки и придает такой устойчивости. Ну, легче равновесие да, держать. Да, ты знаешь, я тебе скажу, когда я подсоединился к общей тренировке, многие смеялись, что ну вот что ты, мол, не на тренажерах, а пошел вот туда легенькое. А ты час проведи с ней, да. Ты такую нагрузку почувствуешь. Второе упражнение, которое нам поможет, то, что любят все девочки, да, подкачать свои ягодички. Принцип упражнения ласточки. Мы поднимаем ногу и выпрямляем палку вверх. Итак, раз, два, три, четыре, пять. И вторую ногу. Раз, два, три, четыре. И 5. На каждую дугу надо сделать по 10 раз. В принципе, этого для начала достаточно. И с каждым днем мы увеличиваем наши нагрузки на 5 раз. Конечно, кроме физической нагрузки, нужно было изменить питание. Каким образом ты это сделал? Я тебе скажу, что изменить питание – это, наверное, самое главное. Да. Да? Надо поменять полностью образ жизни. И вот когда я ел, и приезжала моя там одна знакомая, вторая, и она говорила, ну что ты так много ешь? Я говорю, ну я не могу, мне хочется. Она говорит, ну что ты, сам с собой в конце концов не можешь договориться. И ты знаешь, я сел, поговорил сам с собой и изменил полностью образ жизни, питание. В моем холодильнике больше нет неправильных продуктов. У меня до 12 углеводное окно открыто, а после 12 я его закрываю. Ну что за неправильные продукты из своего холодильника ты убрал? Самый главный неправильный продукт. Я полностью отказался от алкоголя. Ни чуть-чуть, ни по 5 капель, ни на Новый год. Полностью. Я убрал чипсы, я убрал жирную еду, да, то есть раньше жирно смажено, смажены, жареная картошка, все приправлялось маслом, жиром, лилось украинская национальная кухня моя любимая, вареники, тесто, все это убралось. То есть правильные продукты, более того, все на пару, вареное, ну и такое вот с овощами. Да. Третье упражнение. Исходное положение лежа на спине, мы будем прогибаться вверх, да, отрываться от пола. С бодибарами? Да. Ноги согнуты в коленях, палку фиксируем на бедрах. Ложимся на спину и сейчас будем делать вот такое вот упражнение. Итак, поднимаем бедра вместе с бодибаром с нашим. Раз, два, три, четыре. И 5. Ну, я вам скажу, что комплекс, конечно, меня воодушевляет. Такой прекрасный тренажер, оказывается, есть в каждом доме. Нагрузка на все группы мышц. Чувствуется, что тренировка правильно влияет на тело. Плюс твои советы по питанию, все как ты изменил. И великолепный результат в итоге. У нас еще есть упражнение? В предыдущем упражнении мы прорабатывали мышцы ягодиц и мышцы пресса. А теперь? А теперь мы вспомним велосипед упражнение, да? Тоже для пресса и для ног. Исходное положение лежа на спине. Приступаем, да? Руки на ширине плеч вытянутые. И вспоминаем наше упражнение велосипед. Как бы крутим ногами. Но в это время еще бодибар вот делаем как турник. Так, раз, два, три, четыре. Такое веселое упражнение.
Это еще и на координацию. Это, между прочим, не у каждого получится одновременно делать велосипед. Ну и упражнение, которое помогает задействовать все группы мышц, это приседания. Самое банальное. О, не обойдется без приседаний. Конечно. Отлично, бодибар нам в помощь. Самое главное в этом упражнении не испортить себе спину, да, держать ее ровно. И поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Приседай, приседай, Надя. 9. Нет, я уже не могу, ты что? 10. Ты можешь, ты сильная, ты все можешь. 10, 12 и 15. Отлично. О, вот это да. Отличная тренировка. Я понимаю, что благодаря не только этим упражнениям, а всему тому, о чем ты сегодня рассказал, тебе удалось похудеть за полгода на 30 килограммов. И это, конечно, прекрасный стимул для новых свершений в жизни. Положу наш бодибар. А ты расскажи, как теперь изменилась жизнь? Я надеюсь, уже в лучшую сторону. Ты знаешь, в магазин забегаю, покупаю новую коллекцию. Везде, куда не прихожу, мне все говорят: «Вау, как ты похудел». Конечно. Я мужчина, но мне это приятно все равно. Я вижу кардинальные изменения. У меня пошла лучшая работа, лучшая личная жизнь. Я стал много путешествовать. И меня раньше вообще не вытащить было из дому. Угу. Я даже помню, к психологу обращался. Она мне сказала: «Дима, начни просто ходить. Просто, по дорожке. Стыдно днем, иди вечером, ночью. Но начинай ходить. Слезай с дивана и вперед». Ну и то, что для меня была вообще глобальная катастрофа, да, это посетить просто общественный пляж. Этим летом я купался на море без проблем. У нас даже фотографии есть. Да, действительно, разница огромна. Когда я начинал худеть, я действительно искренне не верил в это. Самое главное, наверное, было вот сюда вот вбить и поверить самого себя. Ты говорил, что похудел с размера одежды 4XL до нынешнего. В принципе, у меня сейчас нормальный мужской размер М-ка. Угу. А сколько это в объемах? Ты измерял? Талия у меня была 120 сантиметров. А сейчас? А сейчас я не знаю. Я себя комфортно чувствую. Я согласна. Я добился самого главного. Комфорта внутри себя. Ну давай измерим. У меня есть сантиметр. Давай. Ты знаешь, еще один важный момент – это искренность сама с собой, да, и не врать. Потому что многие: «Я худею, я на диете», сидят, всем рассказывают, на самом деле ночью подъедают в холодильнике. Если подъедаешь в холодильнике ночью, так и скажи, как я. Да, я это делаю. Но не надо врать. Правильно, Дима? Прекрасный результат! Больше 20 сантиметров ушло с талии. Это действительно великолепный результат. И я желаю тебе дальнейшей удачи. А еще огромное спасибо за то, что ты поделился с нами этим комплексом упражнений. Спасибо.